накручивать его на голову. Попробуйте это сделать. Мы скручиваемся очень близко к нашему телу. Руки свободно висят. Не надо сейчас себя трогать, по себе съезжать. Да, абсолютно верно. Позвонок за позвонком. Позвонок за позвонком. Макушка всегда смотрит в пол, а шея расслаблена. Хорошо. Для тех, кто... останьтесь здесь, присите. Для тех, кто, например, не достает руками до пола, я сразу советую брать с собой кирпичи. И когда мы начинаем урок, положите эти кирпичи перед собой. Для чего? Для того, чтобы вы могли и так поставить ладони на поверхность. Потому что через какое-то время ваши ладони дотронутся до пола. Да, это абсолютно верно. И мы направляем наши пальчики точно вперед. В этом положении почувствуйте, как натягивается задняя поверхность вашего бедра. Да, ноги включены сейчас, позвоночник расслаблен. Следующим движением мы сажаем копчик на пятки, опускаясь вниз до тех пор, пока мы можем держать равновесие. Ага. Опускаясь вниз, не надо держать руки на полу, они свободно поднимаются наверх, спина круглая. До тех пор, пока вы пятки можете держать на полу, вы опускаетесь вниз. Если вы можете посадить попу на пол, сажаем. Супер, прекрасно. И следующим движением мы только выпрямляем колени. Понятно, стоп, подождите. Прежде чем выпрямлять колени, почувствуйте сейчас ваш живот на бедрах. И постарайтесь, выпрямляя колени, оставить живот на бедрах. Постарайтесь. Выпрямляем колени полностью. Снова расслабляем спину, расслабляем шею. Почувствуйте. Полностью колени наружу выпрямляем. Ага. И теперь позвоночник, который был накручен на вашу голову, мы его раскручиваем обратно, цепляя за копчик и от копчика раскручиваем наверх. Голова последняя поднимается. Да, то движение, которое мы начинали, подбородок надув, мы им и заканчиваем, вы вырастаете и в последний момент отрываете подбородок от груди, выпрямляясь, да, посмотрите, вот. Это ось, с которой мы ушли, мы на нее и вышли. Сделайте еще раз удар. Вниз, вверх, стрейч, подождите, подождите, отсчет. Четыре еще раз скручиваемся. Вниз, раз, два, три, четыре. Давай, вниз, четыре еще раз. И раз, и два, и три. Чувствуйте каждый позвонок. Четыре ладошки положили на пол, и мы кирпичи. Сажаем кончик в пол. Пять, шесть. Руки летят, свободно летят наверх, круглая спина, прекрасно. Почувствуйте живот на бедрах, выпрямляем колени, раз, два, также четыре, еще это три, постояли четыре, почувствовали натяжение от пяток до копчика, почувствовали сзади ножки натянуты, оставили ноги прямые и четыре, еще это медленно наверх, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Это основное движение в любом джазовом классе. Roll down и roll up. И что-то мы можем туда еще вниз добавить. До целой восьмерки внизу, до двух восьмерок внизу. Не важно, что уже там происходит. Да? Но ваша задача правильно начать класс не с прямой спиной, да? Не с прямым отделом позвоночника, а сразу весь скручиваем вниз. Итак, теперь мы с вами делаем ролл-даун на два счета. Два счета вниз. Раз, два. Сажаем на два счета копчик вниз. Три, четыре. Выпрямляем колени, оставляя живот на бедрах. Пять, шесть. И вырастая наверх, включаем руки. Руки поднимаются через стороны, а голова также последняя раскручивается наверх. Семь, восемь. Руки наверху. Это может быть третья классическая позиция. Это может быть пятая джазовая, руки наверх. Мы с вами просто расслабляем и чуть-чуть размягчаем локоточки и мягкие кисти. И следующим движением, Ленок, привет, рад встретить. Следующим движением мы делаем кач. Он тоже идет от макушки. Помните разницу между кач и лист? Еще раз я поговорю. Мы падаем
И вы не контролируете вашу руку, они летят хоть на пол обратно, да? Хоть на пол. И обратно, вот, уносим. Что здесь важно? Важно начать движение от макушки, и важно сделать внизу двойной кач, не выпрямляя колени. Первый, второй, и только в конце выпрямили колени. Смотрите. Первый, я не выпрямляю колени на первом каче, еще ниже вниз и наверх. Пойдем со мной вместе. Раз и два. И сами. И раз и два. Вы вроде все правильно делаете, но не могу этого не проговорить. Когда вы не стоите в параллельной позиции, да, или в шестой, или еще что важно. Во второй, когда мы делаем кач, два колена смотрят вперед, и вам придется это контролировать. Потому что очень часто я вижу такое движение, когда вы хотите будут ноги. Не хотите. И точно вперед. Поэтому во второй позиции выбрали, делаем кач. И кач вниз, кач наверх. И ваши стопочки тоже точно смотрят вперед. И колени, и стопы встанут. Да? Поэтому 7, вниз 8. И кач раз, и кач два. Последний раз, и кач раз, и кач два. Супер! Последнее, что вам нужно сейчас сделать, проверить, да, нашего удала. На релиз первое движение идет от таза, копчик, да, стремится назад, а подбородок вы оставляете наверху. Мы растягиваем переднюю поверхность нашего тела. И руки разводим в сторону, копчик назад, подбородок наверх. И голова последняя опускается, полу обязательно опускается. Да. Что мы делаем дальше? Нужно вниз. И вырастая roll-down, уже roll-up. Просто ручки кладем себе на корпус, обнимая себя. И отсюда просто спокойно руки опускаем, в этот момент меняем позицию ног. Давайте сделаем из шестой со смены в первую, из первой со смены во вторую и до конца, до второй воротной. Только релиз. Релиз вниз, наверх обняли себя, ножки поменяли. Релиз вниз, наверх обняли, ножки поменяли. Поехали. 7, 8. И релиз. 2 счета. Наверх. 2 счета поменяли. И снова релиз. 2 счета. У нас отделилась выворот на первой позиции. 2 счета. Снова параллель вниз. 2 счета. Релиз делаем ног. Наверх. 2 счета. Только что сказала. Еще раз по параллельной позиции. Подбородок выставляем наверху. Наверх. Два счета, обнять себя и выбрано два счета. Прежде чем сделать выбрано, расскажу про эту позицию. Сейчас все сделаем весь удар выбрано. Так добавляется раскрытие грудь. Если здесь все анатомически комфортно, просто смотрим за колени вперед, здесь все комфортно, то здесь, когда мы разворачиваем ноги, что бы мы ни делали, мы стараемся развернуть бедра. Даже если вы стоите с прямыми ногами, ваши выборы, я постараюсь на миллиметр, на полмиллиметра, но еще больше раскрыться. Помогайте себе ягодицами в этот момент. Но вы должны чувствовать это движение. Мы здесь не отдыхаем. Это не просто мы стоим на остановке и берем ребенка, как удобно. Мы стараемся раскрыть бедра. Поэтому делаем только релиз и раскрываем бедра, задерживаем колени в сторону вниз. Два счета. Лапки поднять, обнять себя, два счета. Мы сделали здесь важно. И дальше точно так же собираем на пятках, на высочках, по шестой. Мы сейчас делаем по первой позиции и по второй, все сначала и до конца. Буду еще раз говорить, где нам осталось. Первая позиция. Точно так же, поворот на руку, два счета. Раз, два. Сядьте в плие, три, четыре. Внимание, девочки. Вот выбор, когда ноги стоят в первой и второй позиции, не открывайте руки от пола. Оставьте их расслабленными на полу. Ваша задача сейчас раскрыть бедра сильнее, развести колени как можно сильнее. Пятки стоят на полу. Пятки стоят на полу. Да, здесь точно такое же правило. Вы сажаете копчик вниз настолько, насколько позволяет ваши пятки стоящие.
прорастает, наверное, была разгручена позвоночник с полом, поднимаются наверх 7. Ого, 7. Кач, двойной грех, там ниже на грех, и вниз, 5, 6, и наверх 7, 8. А с этой позиции мы должны поменять на параллель, но мы с вами сразу уйдем в выворот на тело, тело с ролдаун. Свободно висят, 8, от макушки, раз, и 2, выворотно ручка ноги стоят, 3, вторая выворотная, 4, цепляйте, 3, 4, руки на полу, таз вниз, раскрыли бедра как можно сильнее, руки перекали, 5, и 6, и наверх раскручиваемся, 7, руки пошли по сторонам, в конце движения внизу, да?
Вообще сегодня с вами взяли практически весь разогрев.
И буквально два слова к этому правда говорю. Это кровавая собачья наша. Делаете ли вы рокдаун и делаете ли вы под дуре. Если то и другое получилось, все, 50% вашего успеха у вас в кармане. Под дуре. Два счета, три шага. Почему вы вообще его делаете? Это может быть связующее движение между какими-то элементами танцевальной комбинации, а может быть и самостоятельное движение. Угу. Но это всегда два счета и всегда три шага. Что это значит? Что если мы с вами двигались на счет раз, два, то под дуре всегда в два раза быстрее, почти всегда в два раза быстрее. Три и четыре. Вот ваш ритм. Три и четыре. Или раз и два. Вы переносите вес тела с одной ноги на другую. Три раза, но в два счета. Значит, у вас еще один шаг появляется внутри этих двух счетов. Например, то, что нам понадобится сегодня. Подбор назад с правой ноги. Раз и два. Подбор назад. Да, вот несмотря на то, что она уже сзади, вы должны ее поднять и на нее шагнуть, может быть, еще дальше. Два. И мы поделаем это. Право, лево, право. Лево, право, лево. Постоянно меняем ноги. Право, лево, право. Лево, право, лево. Еще. Право, лево, право. Вес тела гуляет между одной ногой, второй и двумя. Лево, право, лево. Право, лево, право. Лево, право, лево. Право, лево, право. Еще не какой здесь может быть подводный камень? Вы можете потерять первый шаг и сделать сразу А и два. Схема такая же, но не вернулись в то же положение, но вы потеряете один шаг. Обязательно первый, второй, третий. Делайте это. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Еще. Первый, второй, третий. Да, увереннее шаги. Первый, второй, третий, четыре. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Угу. Это такая задача. Мы делаем под дуре. Закрытое с правой ноги на месте. Что значит закрытое? Значит, скорее всего, первый шаг будет закрытым. Куда надпись? Я вам всегда говорю.
Три и четыре. Просто дышим и четыре. Три и четыре. Ты сразу потеряла ноги. Вернись, ты неправильный корпус. Вернись. Да, настрой ноги. Настройте ноги, кто теряет их. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. На крест первый шаг. Да-да-да-да-да-да. Все, выдохни. Да-да, продолжайте. Да-да-да-да-да-да. Да-да. И подстраивайся, Таня, смотри, с левой ноги они идут. А дальше с правой. Снова с левой ноги идут. Дальше с правой. Продолжаем. Вот па-па-па-па. Кто-то с корпусом, кто-то с неправильным, как вы сможете делать ноги. Уа! Еще.